Мое почтение, господа. Строго инсайдерская информация, потому что там на мази все, да, от меня босяцкий подгон для всех таксистов. Рассказываю, видео будет короткое, просто информативное. Про смены. Смены в Яндекс.Такси все знают, что с 13 марта должны были убрать. Но, строго по определенной узкой информации я узнал, что смены остаются, но остаются для тех, у кого золото и платина. Если вы этот статус, откровенно говоря, просрете, то, соответственно, смены у вас пропадут навсегда. Поэтому, трудяги, если хотим сохранить покупку смены, то работаем, трудимся, поддерживаем статус. Если эта смена для вас не важна, соответственно, можете работать на лайте. Хотите больше полезной информации, оставляем комментарии, ставим лайкусик, подписываемся на канал, потому что у меня очень много ненужного, неинтересного, но а также полезного и очень даже привлекательной информации. С вами Диги Влог, таксист из Москвы. Всем мое почтение напоследок и хорошего продуктивного дня, вечера или обеда. Приятного аппетита, не знаю, чем вы там занимаетесь. А информация полезна или нет, пишем в комментариях. Как думаете, сможем мы противостоять Яндексу? Удержим эти смены или нет? Лично у меня пока что платина, я двигаюсь к золоту. Поэтому, думаю, в этом и следующем месяце, как минимум, я смогу покупать смены. А у вас как обстоят дела? Пишите в комментариях. Всех люблю, всех обнял. До свидания.